Рядом с торговым центром на улице Павла Морозова на безлюдном пустыре найдены человеческие останки. На активно разлагающееся тело наткнулись работники склада магазина. Мужчин второй день донимал неприятный запах, доносящийся из-за бетонного забора, которым огорожена территория складов. Вынужденные дышать отвратительным воздухом, коллеги решили поискать его источник. Вчера запах был, сегодня опять запах. Пошли посмотреть, думали, собака умерла, увидели накрытый труп, рука торчит, и все. Неприятная находка – сплошная загадка. Тело было накрыто чем-то наподобие одеяла, причем так, как будто это сделал вовсе не лежащий под ним человек. Вероятно, сделано это было уже после гибели, только в качестве чего использовалась тряпка, ритуальной белой простыни или маскировочного средства – сказать трудно. Судебный медик предположил, что труп пролежал за забором около недели. За это время тело успело настолько разложиться, что никаких предположений о характере гибели человека специалист делать не стал. Установить это попытается в условиях лаборатории. На пустыре в этом месте имеются следы пребывания бродяг. Однако стоянка ими покинута и довольно давно. Состояние одежды на теле тоже не позволяет решить, кто это, брошенный своими люмпен или жертва криминала, спрятанная подальше от глаз. С места происшествия Сергей Полуэктов, Александр Ефанов и Степан Симонов.